position. Color take two. Shining down on you day and night.
getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that you're terribly hard. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit it's starting to make you. Приветствую. Всех, кто заглянул, и всех, кто еще, надеюсь, заглянет на наш вечерок. Тут у меня в гостях Бономаса, как вы заметили. Классный парень. Вообще очень его уважаю, его люблю. Очень приятно с ним начинать вечер. Сойти можно. Что он делает? Пацан уже там в 12 лет поливал так, что мама не горюй. С Биби Кингом уже там на одной сцене выступал. Поет классно. Очень душевный парень. Ой, не могу. Yes. Да. Снежок, привет. Привет, привет. А мы сейчас тоже. Так. Вот. Тоже из Бономаса сыграем. Драйв. Оксана, добрый вечер. Что так мало зрителей? Ну, я только-только включился, но и вообще у меня не так много зрителей обычно. Я как-то вот не заработал еще их. Но, тем не менее, спасибо, что заглянули. Thank you.
Да, 10 тысяч зрителей я тоже, конечно, хочу. Хотя бы. Хотя бы, хорошо сказано. Да, все правильно. Не нужно занижать. Нужно так трезво смотреть. Хотя бы 10 тысяч, правильно? Можно и 20. Ну а что? Ну, так вот посмотришь, там у блогеров-миллионников контент, ну, просто тупняк. Полный тупняк. Вообще абсолютный. А тем не менее, народ там просто липнет, залипает так, что просто с ума сойти можно. Так вот. Так, ну вот у меня 9 человек собралось. А, вот уже почти 10 тысяч. Так, ну ладно, давайте, что ли, о грустном не будем. Лучше, вот есть веселая песня у меня новая, «Фэнтези» называется. Я сегодня ролик выложил, кстати. Посмотрите, прокомментируйте. Это тоже помогает, это поможет раскачать канал. Комментируйте, ставьте лайки там. Комментарии, они очень помогают. Просмотры. Вот если смотрите какие-нибудь мои ролики, просматривайте их, пожалуйста, до конца. Это тоже имеет значение. Ну, конечно же, я же не говорю, чтобы трансляцию все пересматривали от начала до конца, а ролики там 5-минутные, там 3-минутные даже. Просто включить, даже не надо его смотреть, просто включить, чтобы до конца дошел и все. А мне в продвижение канала. Вот такая тема. Вот. Ну и там советуйте друзьям посмотреть, пускай они посмотрят там. Ну, жалко, что ли, посмотреть-то, ничего такого. Вроде бы матом не ругаюсь, совсем не совсем уж не совсем плохо я играю. Вот песня «Фэнтези» называется, группа «Земля, ветер, огонь». Thank you.
старая добрая классическая композиция. Да, ее можно уже отнести смело к классике. А стоит ли покупать Стратокастер? Так неожиданность вопрос. Ну, я не знаю, сначала смотря для чего вы хотите его использовать. Если на растопку печки, то, наверное, не стоит деньги такие тратить. Можно что-нибудь попроще. А если играть, ну, это опять же надо смотреть самому, нужен ли вам стратокастер, нужна ли вам именно такая гитара. Ну, гитар-то разных много. Это, как говорится, хозяин-барин. Стоит. Если нужно, то стоит. Так вот могу сказать. Если нужно. Выступление. В смысле выступления. Не, ну если вам хочется стратокастер, то что я могу сказать? Что значит стоит ли? Я просто не понимаю. Ну, вот я, например, гитару выбирал под свои аналоги изначально. На аналоги. Ага. Но, знаете, бывают и аналоги получше, чем оригиналы Фендера, я вам сказал. Потому что у меня были японский Фендер у меня был, и японский был еще у меня Ванзант. Такая фирма есть японская, они делают вот такие страты. Ну, по классике они все делают. Но я вам скажу, это просто уровень Fender Custom Shop, а то даже и покруче где-то. Серьезный инструмент, очень серьезный. Вот. Поэтому я не знаю, надо ли Stratocaster покупать. У меня вот это Годен, вернее. Вот. Джак Вудс. Привет, привет. Но чтобы попробовать, это, конечно, да, надо, конечно, надо, да, надо играть на инструменте, чтобы понять. Надо его взять, поиграть, конечно. Хорошо так. Куплю, попробую. Мне не понравится. Хорошо, да, вот у меня таких возможностей, к сожалению, нету. Хотел бы. А, ну если большой, если для коллекции, то, конечно, я могу посоветовать вот еще японские гитары посмотреть, действительно, да, вот особенно вот того периода, там 80-х годов, у них очень хорошие стратокастеры были. Вот тот же Ван Зант, но я не знаю, сейчас сможете ли что-нибудь, если только так же по коллекционерам полазить, поинтересоваться у кого что есть по всяким объявлениям, по форумам. Что там еще есть? Страт под... А вот у меня был, кстати, очень хороший страт. Ну, не фендеровский, а... Как же называется-то? Забыл. Одним словом там... Ну, в общем, имя мастера там. А, за красиво играть. Спасибо, спасибо. Вот я забыл, как имя мастера. Вот он такие, он, ну, он такие релики делает, ну, под старину. Опять же, у Джон Сур, Сурики, очень вообще вот рекомендую. Сурик, если вот покупаете гитары, Сур, если у вас Суры, конечно, нету еще. Они, кстати, и страты хорошие делают, классический вариант, и свои уже у них там модерны разные варианты. Очень интересные инструменты. Да. Том Андерсон еще есть такие.
классные. Paul Reed Smith. Я вам тут сейчас накидаю. Покупайте, покупайте. Ну, кстати, если хотите, может быть, вот Гаден вот этот вот надумаю продавать. Так что там ссылка в описании к видео ВКонтакте. Если интересно, пишите туда. Вот, которая сейчас вот звучит перед вами. Вот, может быть, есть у меня такие мысли продавать этот инструмент. Вот, так что... Thank you.
Джек Вудс. Эта песня называется The Song's Name Lazy. Роман, спасибо. Да. Lazy. The song Lazy Deep Purple Group. From Maidenhead, по-моему, альбом. Хотя, может быть, и нет. А может быть, и Maidenhead. Даже не помню. Может быть, и раньше. Merci beaucoup. Это у нас Джек Вудс из Франции. Да, Снежок, так вы это самое имейте в виду насчет этой. Пишите. В общем, пообщаемся. Thank you.
Марк Аллен из Кардифа. Тут я недавно, его, по-моему, не Марк Аллен зовут, а вот недавно видел, как же его, он из Израиля, по-моему, тот чувак. А сейчас, может быть, даже вот найду какой-нибудь из его роликов. Просто хотя бы имя скажу. Вспомню. Ну да, так, мне даже прикольно показалось, что, да, в общем-то, у нас репертуар похож, и, ну, нет, Охайон, как-то так. Такой какой-то он из Израиля. Такой мулат такой. Вот. Ну, да. Но я, если честно, хочу немножечко развить свою тему вот в плане творчества. Все-таки кавер кавером, но мне хочется эти каверы еще каверее сделать. То есть минимум, ну не то чтобы минимум, но больше вкладывать своих каких-то моментов в этот кавер. Хотя можно сказать, что я и так слишком много вкладываю. Вообще многие говорят, ну, не похоже на оригинал и так далее. Кому-то это больше нравится, кому-то это не нравится вообще. А я хочу просто делать такой кавер, ну, что я хотел сказать, авторский такой кавер, что ли. Вот. И вот один я уже сделал такой. Ну, он такой еще не совсем, чтобы оригинальный. Вот. Ну, во всяком случае, попытался. Это вот Виктор Цоя кукушку я сделал. Такой осторожней, что ли, шаг с моей стороны. Играет великолепно на улице, да. Ну, я тоже на улице. Я на улице 20 лет, наверное, играл, если не больше. Да. Многие вот еще пишут до сих пор, когда вот летом приезжают в наш город, в Питер. А я там в центре все время играл на Невском проспекте. И вот спрашивают, вот мы приехали, а вы где? Вы будете играть? Я говорю, нет, я больше не буду. Ну, говорят, Невский многое потерял. Там молодые таланты на Невском играют, так что. А я устал. Я отдыхаю. Нет, я не отдыхаю, я продолжаю работать только вот в таком варианте. Кардифф это Уэльс. Ну, может быть, я не знаю, где это. Ну вот, я вот сейчас вот кукушку сыграю, такой вариант. Good evening from... это, по-моему, он такой маленького роста, по-моему, да? Наверное, я его видел. Он очень быстро плевает. Очень нервный, по-моему. По-моему, если это тот. А это вот, по-моему, Ник-Ник 999. Это, наверное, из Польши. Привет, good evening. Thank you.
Спасибо, спасибо. Ну, я бы не сказал, что у меня прямо удивительно чистое и точное. Но все равно спасибо. Да, кстати, спасибо вам за звездочку. Я видел, не сказал. Вы мне тут задонатили. Спасибо. Благодарю за поддержку. Спасибо, спасибо. Ну, вы просто меня сегодня обогатили, можно сказать. Как кукушка, кстати. Гитару-то жалко, ну, как сказать, я просто... О, Ира, привет, привет. Я как раз хотел сыграть сейчас Ози Осборна, и тут Ира появилась. А она, я знаю, не прочь такое послушать. Ха-ха-ха. Так. Гитару-то жалко, я просто решил перейти, в принципе, на другой процессор, и она уже будет не нужна с этим процессором, с этим синтезатором. Просто, ну, есть у меня замыслы такие. Хочется старую гитару ту задействовать, которая, конечно, мне очень нравится. Вот. И еще какую-нибудь недорогую акустику, может быть, если вот удастся со всей этой продажи купить, то будет вообще классно. Акустическую гитару давно хотел, но все вот как-то вот не мог себе позволить. У меня очень-очень давно была гитара акустическая, очень хорошая, японская, Такамина. Очень классные гитары. Вот. Но тогда как-то она у меня не очень была задействована, поэтому я ее продал. А Сантану Самбу Пати. Ламбода. Хорошо, давайте. Нет, а почему ламбада? Она называется самба, а не ламбада. Самба. Ну и там ритм самба. Настоящий. Не ламбада пати, а самба пати. Ирина, давай я сейчас вот товарищу сыграю самбу пати и сразу вам. Тебе, кстати, она тоже наверняка понравится, и я уверен.
Я уверен. Очень классная песня. Я ее еще помню с учебы, когда я учился, ходил в музыкальное училище. У нас преподаватель был фанат Сантаны, вот особенно вот этих стареньких тем. Сам попати.
Да, у Карлса группа крови, своя группа крови, латиноамериканская. Это точно. Это я смотрел как-то небольшой мастер-класс. Есть такой бас-гитарист Виктор Вутон. Вот, может, кто-то знает. И он там объясняет ученикам, как играть на бас-гитаре, в общем, на пальцах. Объясняет. Вот. И одно из основных правил, ну, я так понимаю, что это правило не только для бас-гитаристов. Хотя бас-гитаристам проще этим правилом пользоваться, потому что инструмент такой, что он вроде где-то на заднем плане. Но, тем не менее, гитаристы этим правилам я вот стал замечать, прислушиваться к этому внимательнее, опять же, обратив внимание уже на это сознательно. И понимаю, что и гитаристы многие пользуются этим правилом. А правило простое. Ты можешь сыграть даже не те ноты. Ну, не те, это значит, которые, ну, не так или иначе не вписываются в этот, не алгоритм, как сказать правильно, ну, в эту гармонию, в общем. В настоящую, в аккорд, который сейчас обыгрывается. Вот, можешь сыграть не те ноты, можешь сыграть даже как-то там последовательность не ту или что-то еще, они могут запинаться, но запинаться может быть не то слово, да, но главное сыграть их в правильном ритме, в ритме, сочетающемся с основным ритмом этой песни. Вот, и тогда ваше соло будет иметь успех, даже с плохими, с левыми и неправильными нотами. Может быть, это будет медленно, может быть, это будет очень быстро. Неважно. Главное, чтобы это было основное правило, чтобы это было сыграно в ритме, в красивом, кочевом и соответствующем композиции данной. Вот. И да, оно действительно работает. Это действительно фирменное правило, я вам скажу, да. Да. Потому что вот именно почему я вспомнил, что Карлос Сантана, он не такой уж и техничный гитарист, вернее, даже вообще не техничный гитарист, совершенно. Ну вот, я бы сказал, ковыряет. Но я хочу сказать это с добрыми намерениями, потому что есть такие вот дурни сидят на Ютубе, вот они там обсуждают там всех подряд звезд, вот там он так сыграл, он не так, он не так, он кривой, он сякой. В общем, сам бы на себя посмотрел бы. Вот. Я имею в виду, что Сантана играет не очень круто, да. Есть, ну, дело-то не в крутизне, а дело в том, что как он это подает, а насколько он это ритмично подает. Он живет в этих ритмах во всех, которые он играет. Он король этих ритмов. И неважно, как он там медленно сыграет или быстро, или, может быть, даже в ноту не попадет, но он король этих ритмов. Он так это преподносит, что именно поэтому он и стал Карлосом Сантаной. А вы, которые рот открываете против таких вот музыкантов, никто. И звать вас ничто. Я хочу сказать этим критикам, типа там, не будем говорить, кто это. Ой, ну спасибо, спасибо. Это я, значит, последний комментарий прочитал, последнее сообщение прочитал. Спасибо, очень приятно, спасибо. Ну, все-таки надо Оззи Осборна-то сыграть. Он, кстати, тоже романтик в своем роде.
Сергей, привет. Спасибо за жирный лак. Ла-лак. За жирный лайк. Спасибо. О, еще кто я? Ой, простите. Кто я заглянул? Тоже добрый вечер. Сейчас, секундочку, налью попить. Это что-то в горле пересохло. Да, биджиз, конечно, можно. Я давно что-то их не играл. Надо сыграть, конечно. Ой, ребята классные, да. Гениальные, просто гениальные. Созвучие голосов, да, вот вообще. Это вот из немногих коллективов, да, вот трио биджиз и вот квартет Абба, где просто без... Ой, вы мне опять... Спасибо, спасибо огромное. Где просто без... Ни к чему не придерешься. Композиционно, вокально и все-все-все. Аранжировки идеально. Просто вот, вот это коллективы были, конечно, вообще просто супер. Вот «Земля, ветер, огонь» опять тоже, вот далеко бегать не надо. Да, вот это просто были, ну, эталон, как вот один мой друг сказал про «Земля, ветер, огонь». Но я бы также и про «Аббу», и про «Биджиз» бы сказал. И еще есть, конечно, были, вернее, коллективы, на которых стоило бы обращать больше внимания, чем, например, на какую-нибудь там группу «Грязь». Я просто недавно, почему? Недавно в ленте ВКонтакте смотрю, там люди пишут, две девушки, мама с дочкой, по-моему, вот сходили на группу с «Грязь». Молодежно, живо, красиво, весело, нам понравилось. Я думаю, интересно, что это такое. Причем это в Питере было, я так понял, судя по фотке. Думаю, что это такое, что так всем нравится. Ну, не всем, но просто вот поинтересовался. Включил, о, ужас, о, да, о, ес. Вот, группа «Грязь». Как бы так. Этим все сказано, я бы даже сказал вот так вот.
Да, BGS прекрасная, но все-таки, конечно, не хватает их голосов чудесных. Ой, ну спасибо. Ну просто давно я столько благодарности не получал. Даже как-то неудобно. Что значит неудобно? Надо, значит, продолжать. Например. Вот тоже красивая песня. Не знаю, как у меня ее получится сыграть, но постараюсь. Она мне очень нравится просто.
Спасибо. Это был все тот же Биджис. Песня под названием Too Much Heaven. Давно я, кстати, Pink Floyd ничего не играл, да? Как-то.
Устал уже немножко. Жарко у нас, душно, конечно, тут сейчас вот жарко. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо всем, кто заглянул. Спасибо, особенное спасибо, конечно, вот вам, Виксоль, я не знаю, как вас правильно и звать. Вот, но огромное спасибо за поддержку. Вот, спасибо огромное. И встретимся, ну, вероятно, завтра. Но я напишу еще поточнее. Вот. Всем хорошего настроения, спокойной ночи. Еще раз спасибо, что заглянули. Всем пока.